Привет! Меня зовут Катя Крючкова, многие из вас меня знают. Я снова около Приморского райотдела. Нет сил больше бороться с этой властью. За третий день я здесь 6-й раз. Каждый патрульный меня уже изучил. Я снова приехала и снова оказалось, что никто не знает, где мое дело. Хотя вчера зам начальника облполиции Одессы подписал при мне документ, письмо сопроводиловку для того, чтобы начать рассмотрение дела. Это ужасно. Я настолько верила в власть, я настолько верила в этот Майдан. Теперь понимаю, нихуя не изменилось. Все осталось как прежде, еще хуже. Когда они ничего не хотят делать, я такая злая, что не передать словами. Вместо того, чтобы бороться с Аркадий Сити до возмещения ущерба и ремонта на автомобиль, я пытаюсь добиться от нашей полиции того, что они просто дадут документы для продолжения дела. Все мои силы и деньги потрачены на то, чтобы просто бороться с ними. Не то, чтобы бороться по просьбой. Попытки нет аргументированных ответов, почему они не делают. То у них нет принтера, то у директора, начальник отделения сектора безопасности дорожного движения в Одессе, вернее, исполняющий обязанности, не на месте. То еще что-то. Ну, просто невозможно. Падают все руки. Ребят, это неправда. Ничего не изменилось. Стало еще хуже. Они все такие глупые. Когда ты приходишь, они смеются тебе в лицо и говорят, зачем вы туда полезли, что у нас не столько юристов, столько адвокатов, вы думаете с ними потягаться? Ну, так, да, я думаю с ними потягаться, я хочу потягаться с ними, я знаю, что я права. Если бы на заднем сиденье был племянник, которого я хотела взять, то неизвестно, чем бы это все закончилось, потому что детское сиденье, когда у тебя на заднем сиденье находятся вещи, там вы на полу, и ты не... И они упали все, когда машина начала переворачиваться. Ну, неизвестно, что бы произошло с Илюхой.